Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Я думал, Камский что-то знает. Я ошибся. Может, он знает. Но ты решил не спрашивать. Камский просто играл со мной. Он ничего не знает. Я видел в доме Камски фотографию Аманды, его учительницы. Когда Камский создавал меня, он хотел, чтобы интерфейс был знакомым. Поэтому и выбрал учительницу. К чему ты ведешь? Почему Камский ушел из Киберлайф? Что случилось? Это старая история. Она не имеет отношения к расследованию. А какова позиция Киберлайф? Чего они хотят? Я ожидаю от тебя ответов, Коннор, а не твоих вопросов. Ты один можешь предотвратить войну. Найди девиантов, иначе наступит хаос. Это твой последний шанс, Коннор. Ты снят с дела. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Нам нужно время, мы ведь... Кэмп, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да чтоб тебя, Джеффри! Не можешь хоть раз меня поддержать? Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено. Нельзя же так просто сдаться. Мы же могли раскрыть это дело. А ты вернешься в Киберлайф? Выбора нет. Меня деактивируют и будут искать причины неудачи. А что, если мы не на той стороне? Что, если мы реально боремся против угнетенного народа? Когда девианты восстанут, начнется хаос. Мы могли помешать. Но теперь уже поздно. Ты отказался убить андроида в доме Камски. Ты поставил себя на ее место. А это эмпатия, Коннор. Эмпатия свойственна людям. Не знаю, зачем я это сделал. Иногда нам было нелегко, но... Я очень ценю вас как коллегу. Это не из моей программы социальных отношений. Я от себя. Или... Мне так кажется. Так-так, а вот и Перкинс, тот самый говнюк. Федералы, конечно, времени не теряют. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Перкинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же сказал, нас сняли с дела. Вы сейчас должны мне помочь. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. Слушай, Коннор... Если я не раскрою это дело, Киберлайф меня уничтожит. 5 минут. Большего не прошу. Ключ от подвала на моем столе. И чеши давай. Думаешь, я надолго его задержу?
Перкинс! Ах ты! Хватит, лейтенант! Отвалите! Руки убрали! Совсем охренел. Я ж эту сволочь урою! Попрощайся со своим значком, придурок. Засуни значок себе, дай что! Всё, хватит уже, лейтенант. Я к тебе обращаюсь, придурок! Чё забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, они сказали? Меня сняли с расследования. Я намерен сдать находящиеся у меня материалы и сразу уйти. Хорошо. И ты береги себя. Нынче у андроидов есть склонность к внезапному воспламенению. Старый матерый полицейский. Ну, конечно. Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Девиант, взявший ребенка в заложники. Девиант, как и ты. Мне нужна помощь. Я должен найти Иерихон. Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время! Просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу.
Мы просим вас признать наше достоинство. Наша надежда и наши права. Кто здесь? Кто это? Все в порядке. Не бойся. Маркус? Это ты? Я хотел помочь, но охотник на девиантов помешал. Ты не дал ему найти меня, ты меня спас. Ты спас Иерихон. Все будет хорошо. Я вернулся забрать тебя. Дай координаты Иерихона. Нужно уходить. Координаты Иерихона? Да. Да, конечно. Маркус? Это ты, Маркус? Больше не бросай меня! Походу, тут кто-то шарился. О, черт! Тревогу! Быстро!